А в Азербайджане прошел международный туристический форум. Его участники приехали из Азербайджана, Турции, Латвии, Литвы, Украины, России и Германии. Форум начался с возложения цветов к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева. На форуме отметили, что Нафталан – важный район для регионального и оздоровительного туризма. Чтобы повысить его привлекательность, решили организовать дополнительные туристические услуги. На основании обращения местных органов исполнительной власти впервые нафталанской нефти был присвоен государственный стандарт. Мы работаем над улучшением качества обслуживания туристов. Азербайджан становится более открытым, чем раньше. У меня есть ощущение, что мы вместе начали грандиозную туристическую и оздоровительную программу в Нафталане. Это хорошо не только для моих соотечественников, но и для всей Европы. Мы делаем все, чтобы рассказать больше о вашей стране. Кроме того, Азербайджан для немцев очень интересен в области энергетики, нефти. Нефть, которую добывают близ города Нафталан, обладает противовоспалительными, обезболивающими и сосудорасширяющими свойствами. В регионе действует музей. Здесь собраны костыли, трости и палки, излечившихся на курорте. Сейчас в Нафталане работают 16 отелей и оздоровительных центров, 3 из которых 5-звездочные.